Всем привет! У нас новый пациент, это Мишка. Должен быть белый Мишка, такой чумазый. Это Мишка не мой, не под... ну теперь уже мой. Мне его отдали в добрые руки. Будем пытаться привести его в порядок. Носик отсутствует, тоже заменим чем-нибудь. Такой чумазый. Котик, иди покажи, какой белый у нас Мишка. На фоне котика. Да, котик? Сейчас будем опять, как в прошлый раз, доместосом его. Натрем доместосом с щеточкой. Ополоснем. Ну, в общем, вперед из песни. Ну вот, натерла я нашего Мишку. Так он теперь выглядит. Дам ему теперь постоять. Отбелиться, так сказать. Вот, в принципе, вода с доместосом, такая щеточка, ну и, собственно, доместос. Вот. Все, сейчас он немножко постоит, я его смою, дам ему немножко подсушиться, и потом будем вычесывать. Ну вот, наш Мишка подсох, теперь его нужно вычесать, потому что он весь такой сваленный получился. Вот. Ну, не везде отмылся, хотя мыло он 2 раза. Все равно видно. Может, он был изначально не кипельно-белый, не знаю. Я его не видела, когда он был. Теперь берем такую чесалку для животных и вычесываем его. Ну, процесс не буду показывать, кому интересно, есть еще уже такое видео. Там более подробно. Ну, все, сейчас вычешу, покажу результат. Ну, вот такой у нас в итоге Мишка получился. Вот я вычесала, шарф у меня детский валялся. Нарядила его, носик сделала из пуговки. Пуговку покрасила акриловой краской. Блестященький получился. Ну, как новенький практически. Вот такой Мишка. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, ребята!